У ефірі програма «Новини регіону», у студії Олена Мельшанкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Оповіщальники, ремонт печі і нова проводка. Як рятують життя під час отепляльного сезону? Сума більш за 400 базових величинь. Таку шкоду природі Могильошину усього за сутки нанесли браконьєри. Здоровий лад життя – гэта модно. У одним з ліцеїв Могильова зладили фітнес-марафон. Чверть усіх пожараў здараецца ад несправнага пячнога ацяплення, гаворыць у абласным управленні па надзвычайных сітуацыях. І з надыходам халадоў колькасць падобных узгаранняў павялічваецца прапарцыянальна паніжэнню тэмпературы. Каб прадухіліць трагедыі, спецыяльныя камісіі пастаянна абыходзяць прыватныя дамы. У пачатку вясны, каб выявіць парушэнні, а напярэдадні ацяпляльнага сезона – каб праверыць, як іх выправілі. Адны з самых адказных адрасоў, дзе пражываюць адзінокія старыя і інваліды. Добрый день. Плиту новую поменяли, лист притопочный. К зиме готовы, значит, правильно? Яўген Анатольевич показывае сваю практычна новую белую печку. Такой яна стала пасля капітальнага рамонту. Вясною пажарныя далі прадпісанне печцы больш за паўвека. Дапамаглі справай у Цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Сейчас она даже немножко там модернізірована, стала лучше работать печь, лучше тяга стала. Она быстрее нагревается, меньший расход топлива. Яўген Анатольевич з'яўляецца афіцыйным апекуном сваёй маці. Ёй у лістападзе спаўняецца 90 гадоў. Яна інвалід, сын на пенсіі. Таму сацыяльныя работнікі і ўключылі гэты адрас у спецыяльную праграму і правялі рамонт за дзяржаўныя сродкі. Данную праграму в 2017 году включено 121 гражданин. Предварительно мы выезжаем, осматриваем, действительно требует ремонта. Совместно с подрядчиками также составляется смета, на которую сумму необходимо провести работы. За сродки гэтай жа праграмы ў некаторых дамах устанаўліваюць пажарныя апавяшальнікі, рамантуюць праводку. У гэтым доме гукавы апавяшальнік вывели і на вуліцу, бо жанчына інвалід, ляжачая. В случае, если произойдет, не дай бог, пожар, значит, здесь возникнет световая индикация и очень громкий звук. Печь без присмотра не оставляют, но кроме печи есть электропроводка. Хотя она свежая, но всякое в жизни бывает. Может, какое-то короткое замыкание, удар молнии, что угодно. Вот. И может возникнуть пожар, когда я в доме отсутствую. Поэтому вся надежда на то, что услышат соседи. Такая супрацьпажарная профілактычная работа ва ўсіх накірунках дае свой плён. Колькасць пажараў увогуле на Магілёўшыне зніжаецца. Дапамагаюць і сучасныя меры перасцярогі. Аднак, як паказвае практыка, без увагі саміх жыльцоў бяспекі дабіцца складана. Необходимо печь постоянно наблюдать. Также не нужно забывать, что ее необходимо перед началом отопительного сезона почистить дымоход и потом производить очистку 2-3 раза в период топки. Катярына Гарадніцкая, Александр Тарасаў, Навіны рэгіёна. Чацвер – адзіны санітарны дзень. Калектывы прадпрыемстваў і арганізацыі і камунальныя службы займаюцца навядзеннем парадку. Уборка восеньскай лістоты і смецця па сілах і мясовым жыхарам. А вось рэкультывацыя міні-палігона, установкай кантэйнерных пляцовак, барацьбой з баршэўнікам займаюцца спецыялізаваныя службы. Да прыкладу, у Магілёве камунальныя службы каля шмат павярховых дамоў сёлета стварылі ў агульнай колькасці 5 гектараў газонаў. Адна з цікавых зялёных зон адпачынку з'явілася па вуліцы Сурганава. На просьбу камунальнікаў дапамагчы ўбраць тэрыторыю адгукнуліся і актыўныя жыхары. За прадпрыемствамі замацавана не толькі бліжэйшая тэрыторыя. Да прыкладу, работнікі завода «Зеніт» зараз убіраюць смеці і лістоту ля прыватнага сектара. Мы каждый четверг своим предприятием выходим на уборку прилежащих территорий и убираем не только от мусора, но и от листьев, которые падают. А вось и жыхары улицы Краснодарская кажуць, что сами штодня прибирают для своих домов. Тому, видать, улицу и называют одной из самых чистых у приватным сектора Могилева. Постоянно по возможности организуем уборку территории, стараемся поддерживать порядок. Значная частка работы у наведения парадку – это и борьба с баршевником. У Могилевской области им забруджено 136 гектаров. И все лето его активно выкошивали, не дозволили зацвести, чем и скоротили дальнейшее распаусюдживание. Еще один актуальный напрямок деятельности – рекультивация мини-полигонов.
На сегодняшний день 9 мини-полигонов рекультивировано, осталось 2 для выполнения задания. Ну, они все в работе. То же самое 16 карьеров планировалось внутрихозяйственных рекультивировать. Все они рекультивированы. И проводится дальнейшая работа. Дарэчы, 28 кастрычніка у Магілёве пройдзе гарадскі суботнік па навядзенні парадку на зямлі. Ідэю абласнога цэнтра падтрымалі ўсе раёны. Таццяна Сергейчык, Віталь Вопсіў, навіны рэгіёна. Не просто збіраць смецце, але рабіць гэта віртуозна і на хуткасць. У такім майстэрстве ўпершыню спаборнічалі вадзіцелі смеццевозаў з усёй вобласці. 20 работнікаў жылкамгаса здавалі своеасаблівы экзамен з тэарэтычнай і практычнай часткай на базе аўтадрома ДСААФ. Усё для таго, каб паказаць, кожная работа вартая павагі. Відовішчныя заезды і прафесійнае майстэрства ў нашым рэпартажы. Адмашка судей и грузные машины легко выполняют складанные маневры. Проезжают повороты, паркуются. Сдается, у вогуле это не сметтевоз, а легковый транспорт. Алексей из Кличевского жил Камгаса, водителем працуя не один год. Говорить, задания подобные на реальные ситуации. Диагональная парковка, бок задом, остановка, угу. Змейка, туннель проезжали и сам подъем бака. Ну, к реальным условиям дворов, опять же, это соотносимо? Ну, что-то соотносимо, что-то нет, что-то бывает даже во дворах и хуже. Самое главное в вашей работе что? Не знаю, тошночка, это подъезды, что, то, что везде едешь так, чтобы где-то между машин, где-то там между деревьев, чтобы ничего не зацепить. Ну, как на работе, так и тут выступил. На конкурс прав майстерства приехали лепшие работники амаль из всех районных жилкомгасов. Судьи от областной организации ДСААФ и Могилевского спецаутопредприемства оценивали работу водителей по разных показчиках. От ведания правил дорожного руху до техобслуживания машины. Фишечку сбил 20 штрафных баллов. Не заехал, например, в бокс, 50 штрафных баллов. Строго. Включил, например, заднюю передачу, потом выключил второй, 100 штрафных баллов и так далее. Есть своя специфика в этом вопросе. Поднять престиж працоўнай профессии, заодно заохвостить работников, которые мкнутся удосканаливать свое майстерство, и была главная задача конкурса. Это работа, ее надо выполнять. Выполняется, я считаю, в достаточно достойном уровне. Машины и техника совершенствуются. Все участники получат поощрительные премии и дипломы участников этого первого конкурса профессионального мастерства. Конкурс прав майстерства плануют провести и на лето. У обкаме профсоюза уполнены, что конкурсантов с такой подтримкой будет больше. Кристина Кранкевич, Юрий Ауласцов, новини региона. Два факты браконьерства выявили за сутки у Могилевской области. У приватности у Осиповицким районе паляўнічыя здобыли дика без документов. Причем кировал поливанием человек, який повинен его контролировать. Мясцовый егер. У Осиповицким районе супрацовники инспекции аховы живельного и раслинного свету спынили для проверки два автомобиля. У них находилось шестеро человек и две туши сдобытых диков. На месте, значит, остановки автомобиля находился непосредственно руководитель охоты, это егерь Осиповичской Росрыговобор. При проверке документов было установлено, что охотничьи документы, позволяющие добывать данных охотничьих животных, имеются только на одно добытое дикое животное. Паляўнічых разом с егерем затримали. Шкоду, якую яны нанесли природе, оценили у 120 базовых величинь. Теперь у относных до затриманных проводят следшие деяни. Им погрожают криминальная отказность. А у Кличевском районе шукают браконьеров, которые забили лосиху. Шкоду природе от незаконного полевания тут оценили у 300 базовых величинь. Без газу, горячей воды и отопления живут жихары дома номер 1 по улице Телецентр, что у Палыковицких хуторах под Могилевом. Коммунальные службы решили перевести дом на природный газ и обсталевать квартиры индивидуальными отопляльными котлами. Мовляв, утримливать целую котельную для отопления и подогрева воды одного на улице дома не мэтазгодна. Вось только работы затягнулись. Наши корреспонденты выехали на место разом с представниками райвыканкама и попробовали разобраться у ситуации. Вот плитка, вот чайник. На газовой плите Лариса Викторовна давно не готовит. У доме 3 месяца нема газу. Как приготовить ежу, пенсионерка включает электроплитку и электрочайник. А как согреться, обгорвальник. Электроэнергия уже зашкаливает. Понимаете, вот я, мне положено 150 киловатт. Но меня там уже столько накрутило, что плитка
плитка работает целый день, чтобы приготовить обед. Если включаешь микроволновку, то все, у меня плитка и микроволновка вместе работать не могут, выключается свет. У середине липня у доме отключили газ, пошли работы по реконструкции усей отопляльной системы. Скончить их плановали у жнивни, але подрядчик затягнул с терминами. Жыхары дома стали скардиться у райвыканкам. Им пообещали, что до газу подключат 10 вересня. Але на календаре уже середина кастрычника, а у кватерах покуль ни газу, ни отопления. Мы ждем, терпеливо ждем. Ну, в наше положение тоже можно войти. Люди, старики, дети. Вот семья многодетная, которая, она не сможет выйти, у нее все дети болеют. Он мерз на три месяца. Без газа, без всего. И ни магазина нету, ходить не могу, да, с палочкой. Без газа, это не жизнь. Все мокрое. Обои его пузырами начали браться у квартиры. У нас квартира очень сырая. Спочатку коммунальники казали, что не все жильцы своечасово допускали работников у своей квартиры. А теперь признались, что и подрядчик до выполнения договорных обязанностей подошел недобросумленно. Были договорные отношения, обязательства, какие-то были изменения в проектно-сметной документации, значит, были какие-то недоработки проектантов с подрядчиками, ну и в том числе заказчик, скажем так, трехсторонние отношения и работа. Где-то были упущения. Владимир Яскевич взял проблемы под особистый контроль, пообещал, что дня приезжать на объект и информовать жихаров про ход работ. Есть договоренность, что буквально день-два, значит, материал сюда прибудет. Корректировка вся проектно-сметной документации произошла. То есть в райисполкоме сегодня тоже на более жесткий контроль все взято. Значит, я думаю, что 2-3 дня и в субботу состоится пуск газа. Жыхары дома номер 1 по улице Телецентр сцвярджают, что за отсутности газу и отопления у их каждый месяц перерасход по электричности. Люди оплачивают его по повышенным тарифе. Жыхары дома мают намер спогнать свои гроши с недобросумленных подрядчиков. И представники улады пообещали им у этом допомогчи. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, новини региона. Замест уроков – активная тренировка, а замест строгой формы – спортивная. Один учебный день у Могилевском профессийном лицее номер 9 переутворили у фитнес-марафон. Таким спортивным святом профсоюз будовников вырешил показать молоді, что здоровый лад життя – это модно. Все занятки и конкурсную программу молодежного фитнес-марафону тренеры распрацовывали специально для каждой группы удельников. Активисты профсоюза имкнутся клопотиться не только про теперешних своих работников, але и про будущих специалистов. Стройка – это один из направлений, которое работает в любую погоду. Здоровая нация, здоровые люди, здоровые строители, они задают меньше вопросов. Они выполняют свои показатели гораздо выше. После тренировки конкурсы на тривалость и узнагороджение переможцев. Организаторы кажут, фитнес-марафон у лицеи – только первая ластовка этой масштабной акции. Надеемся, что таким образом мы вовлечем всю нашу рабочую профсоюзную молодежь и учащуюся в данное мероприятие. У перспективе до фитнес-марафона долучится Бобруйский будовничий колледж, а после его и будовничие предприемства усей в области. Дарья Семенько, Александр Тарасов, новини региона. Сборная Беларуси с поражением начала отборочный раунд до чемпионата Европы по футболу сярод юнаков. Могилев стал одним из городов, где проходят матчи турниру. На стадионе «Спартак» гуляют команды Словении, Франции, Казахстану и господары мини-турниру. За 15 путевок на майский финал у Англии начали борьбу 52 команды. Яны поделены квартетами у 13 группах. Наша мая парадковый номер 6. Беларусь была обрана господаром мини-турниру. Первая встреча уже отбылась на Могилевском стадионе «Спартак». Борьбу вели белорусы и словенцы. У другой половине встречи гости скористалися своим шансом и забили гол. Он стал одним и, отповедно, переможным. Господары, не глядя на спробу атаковать, так и не трапили мячом по воротах за увидеть час гульни. Просили ребят больше сработать за счет передач, но как-то, наверное, все-таки подспутно в каждом сидит счет 0-0. Вроде бы как нам можно его тоже там в каких-то раскладах достаточно. И сыграли буквально вот первые 10 минут, отдали полностью инициативу. Просто делали простые выходы, и вот мне это не понравилось. Здесь, опять же, длинная дистанция, и все равно менять игроков, давать паузу надо для кого-то. Кто-то готов чуть лучше, кто-то чуть хуже. Ну и плюс почувствовать еще два матча.
У неделю белорусы сгуляют с французами, у сераду со сборной Казахстану. Все гульни пройдут на стадионе «Спартак» и начнутся у полдень. Андрей Шуляк, Виталь Вопсев, новини региона. Самые цікавыя навіны Магілёўшчыны размешчаны і на нашым сайце tvrmagilyov.by. А я на гэтым з вами развітваюся. До сустрэчы.